Давай, садись. А давай я тебя фотографирую. Давай. Готов? Садись. Подожди. Будем снимать тебя. Много раз. Быстро Бора Сашка научится. Делать сам, правда? Умеем сниматься. Сам. А вот у тебя пока не получается. Ай, прости. Встала? Руку. Вторую руку. Мы заводим. Все, открывай. Я там. Молодец. Визуалы, привычки, которые вы формируете у себя и у своих детей, у своих близких, начинаются с очень простых вопросов. Недавно я слышал очень интересный вопрос, который звучал от мамы к сыну. Будешь ли ты приму? И все бы хорошо, если бы ребенку не было в этот момент лет 14 или 15. И это, видимо, уже устоявшийся вопрос, который она ему задавала, протягивая сигарету, которую в этот момент покупала в месте продажи табачных изделий. Я думаю, что вы понимаете, насколько важно трансформировать наши глубинные привычки. Именно этому мы посвятили вебинар, который прошел совсем недавно. Он назывался «Ракета вверх». Это история про улучшение тех ежедневных ритуалов, которые позволят вам в первую очередь изменить самого себя и двигаться в сторону нужных целей действительно с невероятной энергией, с высокой мощностью и с большой скоростью. Специально для вас я подготовил очень важный чек-лист. Он выглядит вот таким образом. Это чек-лист максимальной ежедневной эффективности, который я использую каждое утро. Встать вовремя, выполнить определенные действия, подумать о хорошем, взвеситься, выпить витамины, позавтракать с семьей, выбросить мусор. Все в этом списке. И в том числе, на самом деле, записать утреннее видео Макс Эффекта, сделать так, чтобы в результате был навык выступления перед камерой, записи. Ну и в дальнейшем, опять же, это превратилось из хобби в профессию и стало приносить деньги. Потому что заработать денег – самое важное действие номер один в рабочем блоке. Это точно так же присутствует в этом чек-листе. Если вы хотите его скачать, вы можете это сделать на этой странице. Это будет очень здорово. Параллельно вы получите запись вебинара «Ракета вверх». И это тот самый подарок, который я хочу дать вам для того, чтобы вы больше не спрашивали какие-то вопросы, которые вы сейчас задаете сами себе каждый день и которые являются неправильными. И что хуже того, вы задаете вашим близким и родным, и, наверное, иногда из-за этих вопросов они расстраиваются. Чек-лист поможет вам в исправлении этой ситуации, стиснув зубы каждый день, ставить себе оценку минус, 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 но потом плюс в блоке «Утренняя пробежка», например. Это то, как у меня началась работа над собой. Я очень хочу, чтобы и вы изменились в лучшую сторону. И именно поэтому хочу вам сказать, не останавливайтесь на достигнутом, стремитесь вверх. И увидимся в новых уроках. Догоню, догоню, догоню. Ты первый, молодец. А даже мне один ключ. Открыл? Да, она зовут Лара. Молодец. Пойдем, садись на президентское кресло.